Как Мелания отбила Трампа у красивой миллиардерши и стала первой леди США. В конце прошлого века красотка настолько сразила Трампа, что даже многомиллиардное наследство его тогдашней пассии остановить его уже не могло. Сегодня у Мелании Трамп 50, но она своей внешностью может дать фору любой 20-летней модели. Первая леди США действительно хороша и выгодно отличается от большинства жен больших политиков. Что еще импонирует американцам, Мелания никогда не бежит впереди паровоза, четко знает свое место. Ее имя почти не треплет желтая пресса, поскольку скандалы ей просто чужды. Как же такой с виду скромнице удалось завоевать сердце Дональда Трампа? История их любви началась еще в 1999 году. В то время у бизнесмена Трампа была спутница жизни, знойная красавица Селина Миддлефарт, которой унаследовала многомиллиардное наследство своего отца. Парочка была фактически неразлучна, а Трампу многие завидовали. Как же, заполучил себе не только настоящую красотку, но и кучу денег. Но однажды на вечеринке Паула Замполи, основателя модельного агентства ID Models Management в манхэттенском клубе, Дональд Трамп случайно выцепил взгляду Меланию и понял, что пропал.